Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2, делаем последний заход в качестве Леона. Я что сделал? Я выложил всю херню уже в сундук, забрал здесь травушку, тоже ее выложил, взял дробовик на всякий случай, чтобы он у нас был, так как патронов у нас с вами, ребята, очень мало. Напомню, что в прошлой серии Ада достала нам ключик, который мы сейчас используем для того, чтобы достать последнюю фигуру, конкретно шахматную фигуру. Зайдем еще, наверное, знаете куда? Зайдем в морг. Там мы сейчас заберем карточку, потом пойдем в оружейную, соберем патроны и заберем автомат. И что будем делать? Ну и, собственно, потом поднимемся на самый верх. Зайдем в первую дверь. Там, где тело полицейского лежит, и дневник. Ну и там дальше уже разберемся по обстоятельствам. Знаешь, в чем? Я пошел не сюда. Секундочку. Нужно в эту сторону идти. Как раз-таки сейчас мы окажемся в коридоре, в котором находится тот самый морг, который нам нужен. И еще мы зайдем, знаете куда? А нет, я ошибся, сейчас гараж сначала. Тут еще и собаки, ну их нахер. Я их даже трогать не буду. Вот. Потом мы еще там сходим, заберем, наверное, красную травушку. Для того, чтобы сделать еще одну аптечку. Ну так, чтобы было просто. Так, товарищи. Опа, он тут рядышком был, что-то как-то даже не был к этому готов. Ну ладно, хрен с ним, сэкономим патрон. Хотя, наверное, и этого давайте, к черту. Не буду тратить патроны. Просто пробегу, и в следующий раз тоже, сейчас выйду и пробегу. Здесь вот сейчас будут, по идее, лизуны. И их двое, поэтому надо быть аккуратным. И еще одна тварь здесь. Тихо. Ты что, серьезно, что ли? Получается, вот все патроны и закончились. Да что ж такое-то, блин? Не повезло как-то в этот раз. Ну ладно, я думаю, сейчас мы еще патронов наберем в оружейной. Давай-ка забираем карточку. И теперь погнали быстренько в ту дверь, которая неподалеку находится. Вот сюда сворачиваем. И сейчас здесь травку забираем и возвращаемся обратно. Нет смысла спускаться вниз, там ничего нет. Ну, по крайней мере, насколько я помню. Все, уходим. Так, давай сюда. Пробегаем мимо него. И мимо вот этого. Вот заметьте, кстати, зомби меняются, что самое забавное, но внешний вид их меняется. Если выйти из помещения, опять зайти. И здесь у нас есть патроны на магнум. Хорошо. Надо его, кстати, использовать. Патроны на пистолет тоже замечательно просто, я считаю. И прикол в том, что я сейчас, скорее всего, не смогу забрать автомат, потому что... Почему? Да потому что у меня нет просто места. Можно это выкинуть? К сожалению, нельзя. Использовать тоже. Не хочется бегать туда-сюда, если честно. Поэтому... аптечку заюзать. Блин. Что делать-то? Ладно. Побегу я все-таки, выложу все говно и приду сюда еще раз. И я на месте, да? Все выкинул, забираем автомат. Наверное, буду сейчас его использовать как основное оружие какое-то время и, ну... поднаберу, скажем так, потрошек.
на пистолет и на дробовик. Теперь, собственно, что нужно делать? Поднимаемся сейчас вверх по лестнице. Там как раз таки еще одна дверь будет, которая закрыта на замок, к которому подходит тот ключ, который сейчас у меня. Я уже об этом говорил. Там сейчас все соберем, ну и пойдем уже куда-нибудь. Здравствуйте, ребятки. Только что вы здесь делаете? А, это, видимо, потому что я не закрыл окна, да? Они опять полезли. Угу. Что там по патронам? Еще, в принципе, более чем достаточно. Все, теперь он точно мертв. Заходим сюда. Стоп. Думал, я тебя не замечу, что ли, сукин ты сын. Решил он притвориться мертвым. Знаем мы таких. Теперь тут, смотрите, тут патроны на револьвер и записюлька очередная. Ага, вот как. Ну ладно, патронов много дают, надо будет потом ближе к концу игры все это дело использовать. Может быть, конечно, на боссе, а может быть до этого, фиг его знать, посмотрим. Хотя, наверное, стоит использовать, наверное, на этих растениях, чтобы быстро их убивать. Иначе просто слишком много патронов на них потрачу. Давай сюда. Мне странно, а где находится ручка? Рукоятка для того, чтобы опустить лестницу. Потому что сейчас часть механизма-то мы получим. Тут нихера. Может, там все-таки есть что-то? Нет. Хреново. Давай вот так. С первого раза угадаю 100%. Смотрите, херакс. И вот так. А, запомнил на четвертый раз. О, ну точно, про тебя-то я забыл, сукин ты сын. Может его положить все-таки, посмотреть, что с него упадет? Все, много патронов, конечно, ушло, но просто интересно, что с него падает. И может быть тогда он на лестницу не запрыгнет? Как вы думаете? Патрон на пистолет. Ну, 30 штук дал. Ну ладно. Все, потеребонькали? Итак, я на месте. И произошло то, чего я боялся. У меня нет рукоятки. Где ее брать? Что-то я так и не понял, где я ее пропустил. Слушайте, это странно. Это очень странно. Ладно, пойду искать, как найду, включусь. Короче, ребят, ничего я не пропустил, смотрите. Вот здесь, когда бегал, нашел, что здесь открыто. Она же, получается, Клэр нам сказала, что расчистила завал. Она про этот завал говорила. Черт, я что-то тупанул. В прошлом сценарии за Леона мы просто здесь так и не побывали. Посмотрим, что сейчас здесь изменится. Мертвой девушки уже нет, но там что-то лежит, смотрите. Это дневник шефа, мы его уже читали, поэтому не вижу смысла никакого читать снова. С этим взаимодействовать нельзя. Угу. Тут тоже пока что без изменений. Но что-то мне кажется, в том
месте, куда мы сейчас идем, ждет меня что-то нехорошее. И, кстати, кажись, я догадываюсь, где находится рукоятка. Как раз-таки, помните, в той шкатулке. Именно в ней. Все, прекрасно. Теперь осталось только подняться наверх. Это я тоже забираю. Чисто для коллекции. Постой, ничего, больше не упускаю. Одну секундочку еще проверю. Скажите, я вам скажу. А, нет, хорошо. Все, тогда я ухожу, включусь уже там наверху. Чё-то не так, ребят, чё-то не так. Он пришел за мной, сука. Умри, падла! Бежим? Все, упал. Ну хорошо, только он меня, сука, подранил. Да уж, ладно. Дружочек, давай еще подарочек. В этот раз патроны на магнум. Ну не зря положил, не зря. Утешительный приз, так сказать, дали. У Сюськи я на месте. Давайте вставляем рукоятку. Да, в этот раз, конечно, они ее засунули фиг пойми куда. Не, на самом деле круто, что так все поменяли. А то же я слегка, честно говоря, растерялся поначалу, потому что я не понял, ну, где я мог ее пропустить. И я уже начал обыскивать, по сути, ну, все помещения, в которых я уже был, и ничего не находил, просто, ну, опять же, видите, забыл про то, что мне сказала Клэр. Ну, и когда она сказала в прошлый раз, я, ну, неправильно понял. Я не совсем понял, где искать. Забыл, про какой завал она говорила. Ну, бывает, блин. Чего ж тут поделать? Косячу. Все, забираем к коням. И теперь просто спрыгиваем вниз. Я взял с собой магнум. Так что я думаю, что с боссом мы расправимся с вами довольно быстро. Охренеть. Пошли проверим. В прошлый раз он заразил его, а сейчас просто грохнул. Интересный поворот событий. Бен! Can you still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this! I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police. Co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Леон. Копия письма шефу. Да, это все мы, ребята, с вами читали уже. Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait. Hey! Are you crazy? The streets are still crawling with zombies. It'll be all right, trust me. We found a way to the sewer. Follow us later. Claire! Wait! Man, why doesn't anyone ever listen to me? Потому что ты похож на чмошника в яйцедавах. Так, давай сюда. Ужасная смерть. А все, то есть больше ничего, просто он так присаживается, будто бы он что-то хочет взять.
А что-нибудь тут есть? Нет, ничего. В таком случае ребята пошли вставлять шахматные фигуры в замок. Ну что, я на месте уже. Вставляем. Да, вот эта схватка будет потяжелее. Так как тут, в принципе, бежать толком некуда, но, блин, не зря я с собой взял магнум. А, все, 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 успокойся, успокойся, Леон. Перезаряжаться уже не буду. Да, магнум, конечно, спас. Просто спас. Теперь быстренько вставляем фигуры. Угу. Заходим. Не, ну мне кажется же, ребят, что эти два сценария последних прописаны куда лучше, чем предыдущие. Эйда! What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada, as an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together, okay? All right. We'll do this your way, for now. Но в этот раз Леона подстрелить не должны. Тогда что же произойдет? И разделится ли он с Адой в этом сценарии? Загадка. Пошли. Если разделится, то как? Смотри, ну травка не нужна. Я ее оставляю здесь. Не вижу смысла подбирать. Хотя можно было взять и выложить прямо сейчас. Но хер с ним. Теперь тут. Сначала забираем вот это добро. Так, чисто для коллекции. Теперь выкладываем все лишнее, а конкретно это у нас магнум. Пока что он нам не нужен. Я возьму, наверное, просто возьму пистолет и патроны на него. Угу. Аптечка, если что, у меня есть. Теперь туточки. Это мы открываем. Надо отодвинуть сначала. И сюда. Там должны быть патроны. Угу. Сейчас зажигалочка, ребята, света добавим. Это получается на магнум еще боезапас, я так понимаю. Где он? Стоп. Вот. Угу. Что-то прям много дают. Я как бы не жалуюсь. Просто странно. И еще на ружьишко, хорошо. Сейчас еще прокатимся на лифте к тому месту, где Клэр спускалась. По идее, лифт должен быть уже опущен прямо сейчас. Только сначала я выложу все лишнее. Вот так, хорошо. Пойдем.
woman was... I have to talk to her. А нет. Странно. Он потерял сознание от шока. При ранении рана кажется несмертельная. Все-таки ранили, хотя у него там не было бинтов. В прошлом сценарии за Клэр. Странно, ладно. Сейчас поглядим. Идем за ней. Что она нам в этот раз расскажет? Потому что историю про Джона она рассказала в сценарии Клэр. Прям что-то интересно-интересно. Закрутили как-то непонятно. Не, ну круто, конечно, очень круто. Вроде уже и прошел, но что-то какая-то интрига по-прежнему остается. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-virus, William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-virus away from me. G-virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. Where did you get that? It looks exactly like the one I gave Sherry. She dropped it. I've been holding on to it for her. Liar! Give it back to me! Too bad. Ага. И получается, да, там образец был G-вируса. Ну что ж, пошли в таком случае дальше. Немножко сцену изменили, прикольно. А, подожди, нам не сюда, нам нужно вот там перейти. Точно. И нужно забрать будет вентиль сразу, не забыть, а то я постоянно бегаю туда-сюда за ним. Подожди, крокодила мы убили в компании Клэр, правильно? Что теперь там будет? Ничего. Ada? Странно. Ладно, посмотрим сейчас. Давай сначала поднимемся наверх. Но крови не видать, наверное, только на этом костюме. Смотрим. Тут у нас что? Три травушки сразу забираем. Пригодятся. Возвращаться, наверное, я не буду через ту дверь, смотреть, что там, правильно? Нет, в этом нет никакого смысла. Или все-таки вернуться посмотреть ради интереса, как вы думаете? Стоит или нет? А давайте вернемся, хер с ним. А, только погоди, давай сначала вот сюда.
Угу, патрон на пистолет. Спускаем сейчас вниз. А, подожди-ка, заперта дверь от склада, да? Прискорбно, прискорбно. А что за той дверью? Ну, надо проверить. А за той дверью как раз-таки, ребята, будет то место, откуда пришла Клэр. И мы окажемся там недалеко от кабинета шефа Айронса. Сейчас проверим, погоди. Ну, вроде все. Так, нахер пошел. Все, идем дальше. Ну реально интересно, что ж туда положили, если положили опять же. Но смотрите, зомби здесь появились, что самое интересное. Может, чего и положили сюда тогда, там, где убили шефа. И вообще, тело там будет или нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, ребят, тело здесь лежит. Его тело было разорвано на части. Это круто. Но опять же, здесь, я так понимаю, ничего нет вообще. Да? Похоже, нет. Ладно, сейчас еще поднимемся на лифте. И если там ничего не будет, то обратный путь я скипану. Угу, и... Записки нет. И тут все открыто, и смотрите, все вставлено. Забавно, забавно, забавно. Ну ладно, я так понимаю, все, ребят, возвращаемся обратно, буду на месте, включусь. Все, я уже, ребята, на месте, я забрал вентиль, теперь, в общем-то, продолжаем двигаться дальше. Жалко, конечно, что они туда ничего не положили. Это даже странно, потому что зомби там появились. Патроны я потратил. Вернулся назад и ничего просто не получил. Странно, странно. Пошли теперь сюда. Там, по идее, должна быть печать волка, как обычно. И что-то еще. Угу. А нет, что-то есть. Маленький ключик. Я знаю. Получается, этот ключик, он от склада, который со стороны Клэр. Пошли, сбегаем, заберем всю херню там. Пригодится, я думаю. На месте. Давайте открывать. Пошли, там, по идее, меня будет зомби ждать. Еще посмотрим, осмотрим то место, куда упала Шерри в сценарии Клэр. Может, что-то, может быть, туда что-нибудь положили, хотя я сильно в этом сомневаюсь. Что-то здесь, смотрите. На магнум опять патроны. Хорошо, я не против, я только за обеими ногами и руками. Нахер пошел, товарищ. Там вон ружьишка есть, патроны. Они тоже лишними не будут. Потом все. Усюськи. Давай в эту сторону зарулим. Надеюсь, там что-нибудь будет. Хоть травку дайте, чтобы не обидно было. И нихера. Просто ничего. Печально. Ладно, пошел я, значит, в то место, где мы нашли как раз-таки печать волка. Я на месте.
Пошли, сейчас печать первую вставим, освободим слот. Я еще с собой ружье взял на всякий случай. Я думаю, лишним не будет. Так, пауканы. Пауканы. Идите в жопу. Давай сюда вставляем. Ну и пошли забирать вторую такую же хрень. Так, сейчас сразу поднимаем, переходим, точнее опускаем. Переходим через мостик и поднимаем опять наверх всю эту тему. Там вон травушка есть и еще патроны на ружье. Ну, заберем, получается, патрон на ружье. Ну, а травушку даже не знаю. У меня там место есть, чтобы ее смешать, если что. Один слот нам просто нужен пустой. Для печати. Угу. Давай сюда. Сохраняться я не буду. Попытаюсь сделать меньше 3 сохранений все-таки. Теперь здесь. Ну, крокодила точно не будет. Может, тиран вылезет из воды. Нет, тут все уже открыто. То, что так орешь-то постоянно, Леон. Леон. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. That's 2 I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Ну ладно. Как скажете, мадама. А теперь вот сюда. Кстати, я так и не попробовал разбить камеру в игре. Печально, мне сказали, что это можно было сделать еще в холле с помощью ружья. Ага. Но если что, будете знать, если кому интересно, поэкспериментируйте. Кто тоже сейчас играет? А то я что-то подзабыл, хотя мне написали. Давайте, наверное, я скипану до момента, как доберусь до этого самого водопада, да? Так будет лучше. Как раз сейчас все лишнее выкину из инвентаря. Все, я на месте. Давайте быстренько вставлять очередную медаль и пошли. Кстати, вы знаете, еще надо было наверное, взять... Стоп, что? Надо было, наверное, взять, ребята, магнум. Тогда бы я с боссом расправился куда быстрее. А, ну там же дальше, в принципе, будет еще ящик, там и возьмем. А пока берем ружьишко, потому что сейчас будет очень много врагов. И еще нужно кое-что, ребята, проверить. Помните, я, ну, во время прохождения сценария Клэр сказал, что...
Интересно, есть ли тот ключик от шкафчика, будет ли там ключик от шкафчика в том месте, если, не подсвечивать локацию. Давайте проверим. Уж очень интересно. Ага, погоди-ка. Это получается, Клэр уже уехала вперед. Я так понимаю, что схватка здесь так и будет, как и в оригинальном сценарии. Так, аккуратно. Отходим. Ну, это типа мини-босс простецкий. Ну все, победа за нами, да было довольно просто. Слишком долго он, конечно, там что-то пытается пробить крышу. Надо было чуть-чуть пошустрее его все-таки сделать. Ну давайте проверим. По идее, ключ находится вот здесь. Он здесь и лежит. Круто, круто. Это прикольно. Вот это вот я одобряю. Подсвечивать не обязательно, значит. Сейчас мы, получается, что сделаем? Поубиваем здесь зомби. Аптечки там собирать не буду, у меня их и так более чем достаточно. Там только единственное нужно что забрать. Нужно забрать улучшение для дробовика. Находится, по-моему, где-то здесь. Угу, вот и оно. Так, товарищ, иди в жопу. Ну, это прям, конечно, классно. Это получается, у нас сейчас ружьишко теперь, как из первой части. Оно там такое же было. Так, давай теперь сюда. Получается, смотри. Нет, стоп, дальше. Хорошо, двоих одним выстрелом. И тебя, сукин ты сын. Сразу пошли, наверное, наверх. Опять же, аптечки забирать не буду, смысла не вижу в этом никакого. Сэкономим время. We finally arrived. There must be something hidden here. Так, давай сейчас все лишнее соберем. Точнее, не лишнее, а все, что плохо лежит. Тут вот патроны на магнум, сейчас мы его и возьмем. Буду его использовать. Пистолет и ружье тогда я выложу пока что, чтобы просто место не занимали. И вот еще аптечку давайте заберем. Все, давайте лишнее выкладываем. Это оставляю. Это сюда, это вот сюда, вот так и вот так. Магнум берем, где он был, вот, и патроны собираем все.
Так, Ада, говори, что там интересного? Ада занимается панелью управления. Что конкретно она делает? Она смотрит на нее? Забавно. Теперь туточки. Там должны быть патроны, по-моему. Угу. А, подожди, там еще. Давайте карту заберем просто так. А то она как-то плохо висит, неровно, но вы видели, да? Я мимо не мог пройти никак. Вот ключ получается от панели управления. Ох, сейчас кто-то опиздюрится-то, а? Иди сюда, друг мой. Да сукин ты сын. Все, готов. Теперь, да, можно перезаряжаться. Почти вся обойма ушла. На дробовик по трошке, хорошо. Одобряю. Итак, давайте сейчас все лишнее выложу. Получается, патрошки на ружье. Хотя можно, наверное, уже с собой его брать, правильно? Вдруг пригодится. Это я выкладываю. Это выкладываю. Ну и патрошки забираю. Так, по идее, сюда ключ вставляется. Теперь зарядим, наверное, ружье сразу. И пошли. Против босса я выйду с магнумом. Так быстрее его уложу. Я надеюсь, по крайней мере. Ну, здесь пока что все стандартом. Все, погнали. Нам, по идее, нужно добежать вот до сюда, чтобы сработал триггер, да? Ну просто красавчик. Отходим, отходим. Бежим.
Вот черт. Беги. Сука. Стой. По здоровью пока все хорошо. Но обойму я уже в эту тварь всадил. Но это не сработало ни хрена. Подожди. Продолжаем убегать. Ну как убегать? Тактически отступать правильнее будет, да? Где он? А, все? Все, уходит. Я победил. Хорошо. Аптечку пришлось, конечно, потратить. И патронов улетело немерено просто. Ладно, пошли обратно. Внимание, двигатель был остановлен из-за перегрева. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. Is it just me, or does everybody always ignore what I say? I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. Ну, пошли. Надо будет там чуть дальше сохранение сделать, последнее, я думаю. Так как, в принципе, нам осталось еще немного. Еще немного, да? Но хрен знает. Хотя в этом сценарии мне еще много придется бегать по ходу дела. Или нет? Ой, я не помню. Хрен с ним. Наверное, все-таки я за один раз все закончу. За один раз, поэтому видео будет очень длинным. Ну, здесь все как и в прошлый раз. С той стороны, ребята, лифт находится, куда я не пошел. Нам нужен от него ключ. А точнее не ключ, а подать питание на него нужно. У меня есть что-нибудь лишнее? Нет, ничего лишнего у меня нет, поэтому сразу туда давайте. Сразу тогда давайте. А стоп. Лишнего-то нет, но кое-что нужно. Нам нужна еще аптечка. На всякий случай перестраховаться, иначе если я погибну, то... Придется начинать, ребята, скажем так, издалека. Давай сюда. Хотя, в принципе, этим пока рано заниматься. Это же получается в силовую. Мы сейчас катим ящик. Ну как катим? Двигаем ящик. А, ну ты серьезно сейчас, Леон, перестань. Перестань баловаться, давай, слезай. Я немножко, наверное, ускорю. Все, эту штуку я подвинул, подвинул, подниматься вверх не буду. Здесь сейчас сразу заберем все барахло.
за писюльку. Погнали дальше. Вот здесь, может, стоит сохраниться, потому что в прошлый раз мне наваляли, когда я сюда Клэр подъехал. Но все, это уже будет последнее сохранение. Все, потеребонькали. Да, я уже слышу двоих лизунов. Сейчас сразу подбегаю и стреляю. Один готов, второй. Да, надо было не сохраняться. Что-то в этот раз прям так просто их загасил. Лучше бы сделал это чуть позже. Так, нажимаем. Все, теперь по идее мы можем смело садиться в лифт и ехать навстречу приключениям. Ну да, я уже почти на месте, скипанул часть с сундуком. Ну что, поехали? Угу, зомби уже здесь. Красотень, блин, как же мне нравится стрелять здесь из ружья, это просто нечто. Я надеюсь, в ремейке также все будет прекрасно, а то как-то, мне кажется, из обычного дробовика там как-то стрелять было не так интересно, но может быть его можно будет точно так же улучшить, и тогда он будет такой же прекрасный. Пошли в комнату охраны, зайдем. Там опять же все лишнее скинем и возьмем все, что там плохо лежит. Опа! Даже так? Вот это поворот, ладно. Что же там такое в этот раз положили? Раз закрыли на мастер-ключ. Опять же, сейчас нужно провернуть стандартную процедуру. Угу, поехали. Так, у меня есть свободное место? Есть. Аптечка не нужна. Забираем это. Я, наверное, скипаю катсцену, да, потому что уже 100 раз видели. Звук приятный, но довольно с нас этого. И слушайте, а где-нибудь еще... А, да, я смогу скинуть вещи. Это нужно с другой стороны сейчас будет спуститься по лестнице. И там внизу, рядом с мониторами, будет еще один ящик. Вставлякаем. Теперь здесь. Сейчас там соберем все бумажки. Залезем в закрытое помещение. Заберем там патроны, скорее всего, на дробаш будут. Там, где лизуны, помните, да? Так, это я пока не открываю. Там у нас злые растения. Так, закрыто изнутри, нам сюда. Здрасте, ребята. В этот раз здесь ключ-карта, да, как и в компании Клэр в прошлый раз.
Смотри, тут у нас, по идее, должен быть огнемет, на который у меня просто нет места, ладно. Забираем карточку. Я, наверное, даже огнемет брать я не буду, смысл в нем. Или все-таки забрать. Ну, потом, может, заберу, да, чуть попозже приду, заберу. Сейчас пока что мне это не особо нужно. Да и в прошлый раз как-то я не сильно-то активно пользовался огнеметом, должен признаться. Все норм, как здоровье. Здоровье, в принципе, неплохо. Объединяем, пошли дальше. Что у нас тут? Да, патрон на ружье. Выходим и давайте спускаться вниз. Там как раз таки все выложим в ящик, все лишнее. Ну и возьмем ключик от ящика. Там что-то должно быть. Я... Кстати, ящик Леоном еще, по-моему, не вскрывал ни разу. Интересно. И, наверное, сейчас возьмем Магнум и быстренько их прикончим. Черт! Отравили меня, суки. Аккуратно. Еще живы, что ли? Что за херня? Все. Ну, опять же, меня траванули. Что меня печалит, должен признаться. Давай быстренько, аккуратно. Эта херня еще двигается. Давай, оп. Собака инотовидная. Тут давай быстро сюда. По-моему, травка у меня есть фиолетовая. Но я не думал, что они столько выдержат выстрелов из магнума, блин. Чего-то такого поворота я не ожидал. А, слушай, тут надо быть аккуратным, потому что... Почему? Потому что... Опа, здоровья-то уже мало совсем. Тихо. Тихо. Подходи, сука, давай. Тоже два выстрела нужно сделать. То есть, в принципе, я так понимаю, что... Я так понимаю, что ружье по мощности такое же, как и магнум. Ну, прокачанное ружье, блядь! Да ты что, серьезно, что ли? Черт, это было близко. Это было близко, капец. Вроде все, там никого нет, да? Так, погнали, давай, давай, давай. Черт, я думал, мне хана. Я думал, мне реально хана сейчас будет. Аж даже перепугался. Давай сейчас все скинем, заберем карту. Хотя я ни разу ей не пользовался, но заберем. Все равно. Так, поехали. Это мы выкладываем. Это выкладываем. Вот эту штуку берем, давайте, схаваем. Среднее здоровье у меня, это печалит меня. Это меня печалит. Есть что-нибудь, что можно захавать? Вот эту штуку давайте. Все, теперь я снова бодр и полон сил. Возьму, наверное, все-таки я ружьишко тогда. Так как ружье-то все-таки посерьезнее будет. Оно может профигачить сразу несколько врагов насквозь. Пошли, сразу введем гест. А, я еще забыл забрать ключик, ёб твою за ногу, сейчас придется еще вернуться.
все. Теперь вы, ребятки. А, да ты серьезно сейчас? Все. Давай-ка быстренько восполним боезапас. Погнали. Все, теперь, ну давайте сразу сгоняем в лабораторию. А, подожди, зачем гонять в лабораторию, если у нас нет ключа от шкафчика? Сейчас я быстро смотаюсь обратно. Да, да, я на месте. Надо еще будет забрать потом на обратном пути красную травушку. Сделаем еще одну аптечку, чтобы была. Итак, что же нас здесь будет ждать? Это что такое? Улучшение для магнума. Вот оно как. Круто. Теперь эта штука, наверное, вообще мощная, что пипец. А зомби здесь что? А, есть. А то я уже немножко расстроился, что не дадут пострелять из ружья. Ух ты, ёб твою за ногу. Бах! Как же мне это нравится, черт. Это просто прекрасно. Это у нас что такое? Ключ от силовой, хорошо. Погодь, давай-ка быстренько сейчас восполним боезапас и пошли. Заберем красную травку и можно двигать в силовую. И да, меня опять, блин, отравили. Может, здесь есть травушка? Я знаю, что с той стороны она была от отравления. Блин, надо было сразу взять. Черт, пока бежал, мне там на меня плюнуло растение. Как бы странно. Но это не звучало. Черт. Ты еще живая, тварь? Что за херня? Все. Будем жить, я надеюсь. Врубаем свет, но опять же у меня... Да, сука, твою мать. Но у меня, видите, в чем все проблема? У меня закончились патроны на револьвер. Он, конечно, стал гораздо мощнее, но... Сука, эти сраные растения. Это нечто, блин. Это что такое? Патроны на... Нам есть, 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 есть. Хоть что-то хорошее в этой жизни. Теперь нам что нужно сделать? Нам... Да сука! Нужно сейчас зайти, ребята, в дверь, которую нужно открыть с помощью отпечатка пальца. Но там опять же будет очень много лизунов. Что как бы не супер. Но я надеюсь, что мы справимся. Так как не очень хочется начинать с последнего сохранения. Да и скорее всего, если я умру, то ранка я точно не получу, поэтому давайте. Постараемся с вами. Блять! Беги, беги, беги! Ёб твою за ногу, ну его нахер. Вернемся чуть позже. Нет, я не буду так рисковать, ну его нахер. Я просто не буду так рисковать. Это слишком опасно. Суки. Надо сначала восполнить хпшечку и вылечиться от дряни от этой. Лучше не буду рисковать, чтобы не перепроходить сейчас 20 раз. Ух, черт. Давай. Но
Нам, по идее, опять на лифт. Блять, напугало. Ха-ха. You murdered my husband. I know what you're looking for. You came for the G-virus, didn't you? But you'll never take it from me. This is my husband's legacy. Now, where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. If you don't want to believe it, I don't really care. You're about to die anyway. Ну здорово. Тебя еще, сука, здесь не хватало. Черт, у меня нет здоровья, ёб твою мать. Нет, 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 я не могу умереть прямо сейчас. Я еще слишком молод и красив. Блять! Нет! Да умри ты, блядь! Блядь! Да серьезно, ёб твою мать! Блядские растения! Сука, ненавижу вас! Да, ребят, я решил снова попытать счастье вот здесь. В этот раз я полностью здоров, не отравлен, у меня прокачанный магнум, куча патронов, и это должно помочь мне убивать этих тварей с одного выстрела. Бах! Нет. Есть. Бах. Отлично. Просто замечательно, но все равно нужно будет... Ладно, пока нормально, не буду лечиться, поберегу аптечку. Что у нас в этот раз здесь? Здесь пусто, ну и там, скорее всего, патроны просто на автомат. Как и в прошлый раз, ребята, как и в прошлый раз. Угу. Но это тоже неплохо, грех жаловаться, я считаю, поэтому давайте что делаем. Я пошел отсюда, уже встретимся с вами рядом с тираном. Все, я на месте, ребят, поехали. Хер тебя, понял? Беги. Все, 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 хорошо. В этот раз прям все неплохо так получилось. И довольно быстро. Давай заберем то, что с него упало. Это патроны на магнум. Здорово, здорово. Как раз таки восполнили потерянный запас. По идее, это была последняя схватка с тираном, ну, в таком виде. Дальше он уже мутирует и будет страшной бякой. Надеюсь, я в финале не сдохну. А теперь, наверное, что мы делаем? Это мы просто выкладываем. И можно травку одну скушать, даже вот так сделать, чтобы у нас, типа, действительно полное здоровье уже было. Все, погнали в силовую. Благо, ящик я уже подвинул. Только вот что нам здесь делать в этот раз? В прошлый раз мы спасали Шерри, а тут что-то... А-а-а, вот как. Run! Ada!
Leon, please, escape. No. We're a team. I can't just leave you behind. I'm just a woman who fell in love with you. Nothing more. Ada. No. Ada! The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. I will always remember you. Goodbye, Ada. Ну, прям любовь с первого выстрела. Пол, да? Ну, это, конечно, глупость полная. Главная глупость. Но должен признать, что в этот раз Ада ушла красивее. В прошлый раз как-то глупо, а в этот раз прям по-геройски. Ну, прям гораздо лучше. Погнали. Сначала что мы сделаем? Наверное, сейчас мы смотаемся быстренько в будочку охраны. По идее, с помощью мастер-ключа мы сможем открыть теперь дверь. Ну и посмотрим, что у нас там находится. Leon, you made it. Claire, is that you? Where are you? I can see you on the monitor. But never mind that right now. Leon, you have to go back and get Sherry from me. I left her in the security office. Please, you must save her. Wait a second. What are you gonna do? Where are you going? I still have a few loose ends to take care of. I'm counting on you. Hello? Claire, are you there? Claire! The security office? Ну, это наверху, пошли. Вот, значит, зачем нам нужно туда. Что-то я подзабыл, да, это же катсцена уже была в прошлом сценарии за Клэр. Давай сюда и наверх. Я уже на месте. Давайте сюда. Поехали. Это что такое? А, все нормально. Какой-то затуп произошел. Хотя, наверное, этот тиран спрыгнул на лифт. Возможно, и поэтому он затупил. Claire should be back soon.
пошли сначала сюда. Тут у нас мы ни хрена не запустим, по идее. Да, нужно сначала восстановить питание. Питание восстанавливается где? Но точно не в жопе поезда. По идее, нет. Пошли проверим. Тут у нас просто ящик. Сейчас сразу освободим два слота, я думаю. Что-то есть, смотрите. А, тут ключ. Точно, здесь же ключ от ворот. Запираем. И выкладываем все лишнее. Побежали, времени у нас мало. Постараюсь сейчас быстренько все провернуть. В прошлый раз заколупался я бегать туда-сюда. Как-то не освободил слоты сначала. Забил всю весь инвентарь. Потом освободил только один и понял, что нужно два слишком поздно. Короче, капец тут набегался. В этот раз все, я готов. Угу, прекрасно, забираем. Первый кабель и второй. Сейчас будет босс-файт, надеюсь, меня тиран не загасит, а то это было бы печально. Угу, хорошо. Да сука. Беги. Кручу-верчу, на обмануть хочу. Стоять, что там по здоровью? Среднее пока, ладно. Вот сейчас уже, наверное, хреново, да. Да беги же ты, ёб твою за ногу. Беги, Леон, беги! А, черт, что там по здоровью? Среднее пока, нормально. Давай, наверное, все-таки магнумом. Здоровья очень мало, черт. Так, плохое, чуть не умер, аккуратно. Давай. Вот как она выжила, непонятно совершенно же. Так, берем. И теперь, сучара, лови. Подожди. Есть! Game over. Получилось, ребята, круто.
Теперь давай-ка, наверное, я возьму магнум, и сейчас там будет будут зомби. Стоп, а нужно нажимать куда-нибудь, чтобы весело было? Ну-ка. Поезд уже все хорошо. Раз. Минус башка. Еще башка, там, наверное, еще башка на всякий случай. А, нет, а про мне попал по кому-то. Раз. И там еще двое. Опа, одним выстрелом двоих, красавец. Все, поехали. Уже почти все кончено. Да, серия получилась огромная, но она последняя, так что пофигу. Я думаю, вы будете только рады. Растягивать просто не хочу. Лучше, наверное, начнем все-таки Resident Evil 3. Клэр, давай ты зайдешь, как в прошлый раз, и я дверь закрою. Так, давай, ладно, берем. А, можно выстрелить из ракетомета, кстати? Давайте попробуем. Может быть, мы ту херню убьем сразу? Надеюсь, только наш рейтинг не испортится. Вроде как бесконечную ракетницу нельзя использовать, правильно? Клэр, короче, нам это отомстила за прошлый раз. Ну не нам, а Леону. Как думаете, одного выстрела, одной ракеты хватит для того, чтобы эту тварь убить? Или все же нет? Мне вот что интересно. Должно же, по идее, хватить, правильно? Или нет? Или да? Или нет? Сейчас посмотрим. А, не, это не сработало.
Бежим, 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 бежим. Да ладно, Леон, что ты притворяешься? Тебя вообще никто не трогал. А то как будто бы его ранили, понимаете? Притворяется. It's finally over. Sherry, you look terrible. No worse than you, Claire. Come on, time to leave. Now? What's wrong? Is something following us? We have to go. We don't have any time to waste. Go? Where? Hey, it's up to us to take out Umbrella. Не, ну это классно. Да, жаль, конечно, что закончилось это прохождение. Как-то быстро пролетели, на самом деле, но это было круто. Опять же говорю, несмотря на всю свою глупость, какую-то сюжетную, да, там, странные диалоги, там, может быть, кривоватый геймплей, в котором слишком много беготни взад-вперед, это потрясающая игра, просто потрясающая, до сих пор играется, ну, невероятно круто. Прям кучу реального удовольствия получил от прохождения. Надеюсь, и вам понравилось, ребята, данное прохождение. Я постараюсь в ближайшее время начать прохождение третьей части. Посмотрим. Надеюсь, удастся все завершить до выхода ремейка Resident Evil 2. А потом мы после прохождения Resident Evil 2 ремейк немножечко отойдем от темы Резидента, так как слишком много его, скажем так, за последнее время будет. Да, переключимся на другие проекты. Короче, ладно, спасибо, что смотрели, ребят. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Также подписывайтесь, ребят, на канал, на соцсети, там Telegram, Twitter, Facebook, Google+, там новости канала. Ну и плюс там своевременно появляются ссылки на новые видео. Просто YouTube, опять же, не всегда рассылает уведомления.
Что еще? На Twitch подписывайтесь, там проходят трансляции, на дополнительный канал, там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. Ну а на сегодня все. Давайте, ребята, всем пока. Сейчас только ранг еще посмотрим, не уходите. Ну, надеюсь, ранга. Надеюсь, что ранга. Ни одного спрея я не использовал, сделал всего 2 сохранения. Только вот не знаю, засчитает мою смерть или нет. Ну. Да, ранга, ребята, мы это сделали с вами. Ура! Получается, прошел за 2 часа 28 минут, но если бы там еще не тупил, бы прошел бы быстрее. Супер, отлично. Просто отлично, ребята. Это не может меня не радовать.